Николаевск, город мой родной, очарован я твоею дикой красотой. Николаевск. Город Николаевск на Амуре. Февраль месяц. Скоро выборы. Вот так вот не получится ли у нас? Вместе мы сила. Голосуем за Россию. Послание народу. Дата. Вот, послание народу, вот. Вместе мы голосуем за Россию. Вот мы голосуем за Россию вместе. Я о посланиях, которые нам посылает власть, пожалуйста. Да, все понимают. Значение вот это все понимают. Дальше. А вот следующее послание народу. Вы посмотрите, пожалуйста, вот на это. Вот как это назвать? Вот это вот. А ты вовремя заплатил за энергоресурсы? В форме ПАУДЭК на уровне каких-то капиталистических небоскребов. Вот, он показывает, а откуда этот лозунг, да, все понимаем, да? 20 лет Единой России, все понимаем. Вот, а отсюда идет посыл. Отсюда у нас флаги там. Вот здесь там посылают такую информацию. Вот, пожалуйста. Дальше. Вот наше памятное место. Здесь живет суровый народ. Живем в районе, приравненном к условиям Крайнего Севера. Здесь могут выжить только деспирадос. Вот смотрите. Вот, а ты заплатил за энергоресурсы? Вот смотрите, вот. Вот так вот. И вот февралем это все, да, датируется. Вот. После наших репортажей это было до этого перекрашено там серебрином и несколько лет серебрине висело. Вот, а теперь вот, ну, орден похож. Золотого не хватает. Подозрительно. И вот здесь вот наша основная за это самое затребование. Вот к этим ко всем. Видите, звезда серебряного. Серебряная звезда, да? За энергоресурсы. Это наши герои. Была стела у нас в парке Горького. Большой такой парк был. Вот. И потом, когда туда монахи, не монахи, а как их монахи-то, слава богу, эти самые, как их, корпорация юридическая, такая фирма заселилась, и она их убрала. Вот, а звезда серебряная. Вот я думаю, при советской власти звезда была бы красная. Единственное, что орденская ленточка красная еще. Звезда серебряная. Ума у них не хватает. Или это делается специально? Вот, памятное место тоже. Воинам-подводникам. Вот здесь рейд был во время Великой Отечественной войны. Здесь на рейде взорвалась подводная лодка. Неизвестно, кто поставил. Ну, диверсия. Говорят, что диверсия. Я верю. Вот. Осколки долетали аж до того памятника, до следующего. Они там лежали долго-долго. Она так разорвалась, что осколки вот лежали от нее. Подводной лодки, части. Страшная диверсия была. У меня дед пострадал даже от этого.
потому что диверсанты обучены. Они за ресурсы за свои заплатили. Трасса. Вот так мы связаны с большой землей. Сухопутным образом. У нас здесь живет суровый народ. Русь. Мы не делим русских. Русских на нерусских. У нас нивхи больше русские иногда бывают, чем некоторые русские. Хотя если копнуть там маленько генетику, там и неизвестно еще что было бы. Пожалуйста. Видите, да? Ну, чайка. Чайка молодец, наверное. Его просто спичрайтеры подставили. Вообще-то этот памятник планировался высотой 12 метров с посвещения, чтобы можно было освещение можно было из космоса видеть. Вот. Но многие православные люди не вполне согласны с этим жестом на руке. Ну, у Церетели может быть нормально. Мы посмотрели, как вся должна выглядеть вот эта вот штука у православных. Но мне один практикующий православный сказал, что это Черчилль. Сказал Виктория, когда так выходил. Виктория, да. Вот так вот. Вот, пожалуйста. А на месте вот этого памятника стоял памятник, который был там. Сейчас я вам покажу. И смотрите, пожалуйста, тоже. А вы заплатили за энергоресурсы, ребята? А? А нет, вам надо, вам всем надо вот это, чтобы за энергоресурсы заплатить. Позвоните по телефону, вы заплатите за энергоресурсы. Но. Вот. Это времен Крымской войны. Шнырская крепость. Бомбардирское орудие. Шнырское орудие, видали? Самое настоящее. Далее. Вот отсюда запаливалось. И когда ехали к нам наши партнеры, вот прилетало им отсюда. Вот. Но где-то вот здесь, где широкий фарватер, там есть уже фарватер у нас. Там прилетало так, что. Если бы не политики, то русский народ, как в свое время и русско-японскую войну выиграл. А предали нас политики. Ну, политики тогда платили, видать, за ресурсы. Единая Россия. Вон, хлопцы наши. Вот. Детство. Детство. Дети на Амуре. Смотрите, какой должен быть характер у такого человека. Такого. Вот. А это наша родина-мать зовет. Вот это бойцы, которые погибли за восстановление власти. Установление власти на Нижнем Амуре. А вот эта огородка. Вот эта огородка. Это все братская могила. Если кто не знал, я напоминаю. Восстановили, молодцы. Хватило у кого-то совести нарисовать красным. Вот те люди, которые делали вот этот монумент. Памятник. Монумент. Да? Оцените. То есть, из чего это было сделано. Вот, вот они, наши бойцы. Они, видать, тогда задали вопрос про энергоресурсы. А вот, это уже другой стиль. Императорский, конечно. Вот. Смотрите. Это вообще про нас, вообще, кто мы такие. Видите, да? Смотрите, до сих пор стоит. Высокая. Это позже, конечно, было установлено. Посвящена она
Адмирал Универском. 13-го года. Дату смотрим. Видите, там корабль. Кораблик. Хороший кораблик, красивый. Сделан прям просто вот человек от души его делал. Из металла. Делал тут, занимался под этим парусным моделированием. А если вот там увеличить, вот на этом шару стоят орлиные лапы. Обрубанные, на них приварено. Там был двуглавый орел раньше. Вон дальше. А вот этот вот, тот самый памятник, который в угоду конъюнктуры, где поставили подарок от Церетели. Николаю Афонскому я нормально отношусь. Как бы это, адекватно. А вот этот памятник стоял там. Вот его сюда перенесли. Вот сюда перенесли его. Героям партизанам. Ребята там, смотрите. Давай. Наш земляк. Если вкратце посмотреть, да? Наш земляк. Пожалуйста, смотрите, да? Вот, воспитан советскими людьми. Так вот, мы будем делать выбор. Выбор мы будем делать. А? Солнце встает или солнце садится. Вот. Вместе мы, сила, голосуем за Россию. За Россию голосуем, да. Сейчас покажу вам дальше. Вот. Голосуем за Россию. Дальше. Да. Этот человек не заплатил за энергоресурсы. Так, это по центральной улице. Он тоже вот тут не заплатил. Вот здесь у нас баня. Здесь у нас неофициальный армянский центр. Они тут отдыхать приезжают после Карабаха. Если ты голосуешь за Единую Россию, то ты или сумасшедший, или враг. Это мое личное мнение. Вот. Я, мы, Сталин. На восток, Николаевск, город мой родной, очарован я твоею дикой красотой. Николаевск, море и тайга, столица Нижнего Амура, благословенная земля.